Шарик Харламов необычный юморист. У него два имени и две даты рождения. Есть две сестры-близняшки. Он дважды был женат. Гарик учился в США, и после возвращения ему пришлось заново осваивать русский язык. Он пробовал себя в кино и на телевидении. Главным делом его жизни стал камеди, который Харламов когда-то считал временным проектом. Полную биографию Гарика Харламова читайте на сайте Космо. www.cosmo.ru/stars. Биографи. Гарик Харламов. Мы собрали 10 удивительных фактов о юмористе и приготовили полную биографию, с которой также можно познакомиться на Космо. 1. Родился с другим именем. Гарик Харламов первые 3 месяца своей жизни был Андреем. Затем умер его дед по материнской линии. Родители решили почтить память покойного и переименовали ребенка в честь деда. Так Андрей стал Игорем. 2. У него 2 даты рождения. На официальном сайте артиста указана дата 29 февраля 1980 года. Сам Гарик в интервью в программе «Вечерний Ургант» 28.02.2020 рассказал, что родился 28 февраля 1981 года. Эта же дата указана на его странице в Википедии. 3. Поступил в университет по настоянию матери и благодаря двоюродному брату. В интервью журналу «Максим» в 2008 году юморист рассказал, что после школы мечтал поступить в театральный институт. Его мать не верила, что лицедейством сын сможет зарабатывать на жизнь и настояла, чтобы он поступил в государственный университет управления. На вступительных экзаменах двоюродный брат Иван Овсяников сдал за Гарика математику. Харламов, в свою очередь, сдал за брата английский язык. 4. Учился театральному искусству под руководством Билли Зейна. В 1990-х Харламов жил в Америке. Там он учился в театральной школе, преподавателем которой был актер Билли Зейн, звезда фильма «Титаник». 5. У него проблемы с русским языком. В одном из интервью юморист рассказал, что после возвращения из Америки ему пришлось заново учить русский язык. Он до сих пор пишет с ошибками. 6. Оказался двоеженцем. Его бывшая жена Юлия Лещенко в июне 2013 года через суд добилась отмены развода. За 2 дня до судебного решения Гарик Харламов и Кристина Асмус оформили брак в одном из московских ЗАГСов. На момент регистрации брака у работников ЗАГСа не было информации о судебном решении, поэтому Харламов формально оказался двоеженцем. 7. Стал бульдогом до Comedy Club. Мода на прозвище резидентов появилась в период создания Comedy Club. Но прозвище Гарика Харламова «Бульдог» появилось, когда он работал на Муз-ТВ в программе «Три обезьяны». 8. Работал в Макдональдсе. В интервью юморист любит повторять о том, что в школьные годы в США подрабатывал в Макдональдс и получал $5 в час. 9. Жёг гостевой дом подруги. В одном из интервью Харламов рассказал, как в студенческие годы устроил пожар у подруги. Девушка Гуля, которая работала костюмером в его команде КВН, пригласила Гарика и его брата Ивана на дачу к родителям. Те отправили молодежь в недостроенный гостевой дом. Электричества там не было. И молодые люди сделали свечу. Чтобы она разгорелась, ее облили бензином. Когда свечу зажгли, по неосторожности загорелась и комната, в которой находились молодые люди. 10. Начал карьеру с выступлений в метро и электричках. Харламов Гарик, биография которого наполнена интересными событиями, любит вспоминать, как в молодости пытался заработать на пиво, распевая песни в метро, электричках и рассказывая анекдоты на Старом Арбате. Полную биографию Гарика Харламова читайте на сайте Космо. www.cosmo.ru/stars. Биографи. Гарик Харламов.